Да, спасибо, Раф. Мне кажется, что вы уже ответили на один из вопросов о этом человеке, который погоняет ослов, что это нечто общее. И если я правильно услышал, то, собственно, это Творец, который ведет ослов товарищей. А Боже у молиха это хаверим. Творец ведет товарищи. Да. And my question is like, why is this driving associated with stinging? Because I thought we learned. Вопрос. Почему вот это вот то, что ведут ослов, это связано с покалыванием? Почему нужно покалывать? Потому что мне кажется, что надо продвигаться с помощью морковки, а не с помощью острой палки. Мы хотели бы продвигаться с помощью пряника, но мы вообще не хотим приближаться, потому что каждое сближение — это все больше и больше вклад в отдачу. Поэтому получается, что погонщик ослов должен покалывать их, потому что осел, если его не колоть, останавливается. Делает полшага, останавливается, еще полшага, останавливается. Он не то животное, которое любит ходить. Это животное, которое любит стоять. Он выбирает место, у него четыре ноги, встает, и очень тяжело сдвинуть его оттуда. Начать с ним движение очень тяжело. Так что погонщик ослов обязан быть вооруженным острой палкой, чтобы заставлять осла двигаться.